Разрушены зубы в год и 9. Почему так происходит? Смотрите результат спасенной улыбки в конце видео. К нам обратились родители малыша с жалобой на кариес передних зубов. Причиной быстрого развития кариеса послужили ночные кормления и неудовлетворительная гигиена полости рта, а также отсутствие профилактики своевременной и нерегулярные посещения детского стоматолога. В других клиниках рекомендовали только удаление этих зубов без возможности их сохранения. Родители обеспокоились этим и поэтому обратились к нам в Dental Fantasy. Так как был объем очень большой лечения, нам необходимо было пролечить 6 зубов с диагнозом кариес и 2 зубика с диагнозом пульпит, мы приняли решение лечить ребенка в условиях общего обезболивания. Поставили систему Кофертам, изолировали все зубки от слюны и влаги и, конечно же, удалили все пораженные кариесом ткани. Так как зубки были сильно разрушены, мы восстановили их эстетичными коронками из диоксида циркония. В результате все зубки были спасены, ребенок получил шикарную улыбку и родители очень довольны. Мы поможем, даже если ваш случай особенный. Записывайтесь на прием в Dental Fantasy.